Всем привет, дорогие друзья. В этом коротеньком видео, в общем, покажу вам, как делать затемнение краев на видео. В общем, у нас есть видосик с прошлого видео, из позапрошлого, позапрошлого. Короче, ладно, неважно. Закидываем видос сюда. Вот. Значит, короче, всего два варианта, я знаю. Первый. Пишите в эффектах Vignette. В общем, берем вот этот самый топчиковый. Вот они, края у нас затемнились. Здесь мы выбираем, что там, бинокли, хренокли. В общем, надо настраивать это все, смотреть, какие вам больше нравятся вариантики. Сердце, звезда, вот триангл, знаете, бинокли. Нет, мне нравится больше эллипс. Так, значит, затемнение. А сколько у нас будет? Дальше. Ну, в общем, здесь вот подстраивайте, как вам больше это нравится. Ставите, как вам. Здесь выбираем цвет. Любой, то есть. Мне черный больше нравится. Так, что у нас тут еще? Тут много-много настроек, на самом деле. Сейчас я найду, где эта фигня-то, блин. Почему они такие стоят? А, вот ноль, все, вот они. Понял. А теперь у нас ровные, никак. Там баллончиком побрызгали. По-нормальному. Границы. Размер. Точнее, не границы, ну, короче, размер. Это все не важно. Вот. Все. Ну, в принципе, уже нормально смотрится. Можно сделать поменьше. Мне кажется, так вот самый оптимальный вариант. Прозрачность. Насколько вам нужно. Ну, мне кажется, 100% нормально. Вот, значит. Далее. Можно еще один вариант другой сделать. Более простой. То есть мы... У нас нет виньетки. У нас просто, в общем, картинка. Мы можем просто зайти в... Есть... Вот, Opacity. Берем вот этот круг. Берем вот так. Растягиваем его, как нам нужно. Так. Так, растушевка маски. Вот. Делаем растушевку до тех момент, до такого момента, чтобы было все у нас красиво. Вот у нас получились такие вот интересные края. Дальше, чтобы это все красиво выглядело, чтобы это не просто было так вот видео, можно сделать момент затухания. То есть сколько там примерно. Ну, 2 секунды пусть будет. Здесь ставим 0. Вот. Ставим точку и вертаем на самое начало. Здесь мы ставим вот так. Вот, и что у нас получается? Даже можно еще больше. Так. Итого, смотрим. Ладно, сейчас удалим. Смотрим, что у нас получается. Жик. И у нас края аккуратненько так это появились. Вот у нас замечательно края затемняются. Так вот, плавный переход. Жик.
Классно. Вот таким вот простым способом делается виньетка. Также и с виньеткой то же самое. Тоже накидываем, ставим точки, и плавное затемнение будет. Ну вот, в принципе, и все. Как бы. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.